Есть один контактик у меня. Так. Но вы женатик. Поэтому не вариант. Кто не узнает? Никто не узнает, я не женатик. Че, они спят уже давно? Не думаю, у тебя же женское имя. Ты сам на себе женатик, получается. С днем рождения! К тебе еще вернемся. С днем рождения! Привет, день рождественский. Друг по хайпу. Девочки еще будут? Да. Понятно. Не. Мы как пельмешки будем варить. Вот в этом? Да. Там костер, да, внизу? Внизу костер. Это я, типа. Ну, типа, я сам себя люблю. I love my boyfriend. Ну да, я. Прикольно. Парень подойдет. Или. Скидываемся быстро на свой фат. Тут проигрывает Даниле Горилле со всей силы ладошкой по спине. Без ножниц. Целую геофану. Это ты восьмой хозяев. Не до этого. О, тапочки принесли. Кривички на такие. О, тапочки принесли. А я думал, здесь тапочки такие складные. Ой. О, капины пугали. Это именинник? Я следующий раз родился, ребят. Да всем. О, вообще, блядь, кто эту хуйню несет? О, это хорошо. Днем рождения. Ты засал или что? Нет, мы... По моему юмористической линии ты должен был быть так юмористическим. А, сука, смешно, да. Че там, Данилыч? Банька, может, это какая-то. Ой, бассейн, хорошо здесь. Бассейн слегка. Не самого теплого. Ах, херот, как ты пожалеешь сейчас об этом. А чего? Стой! Я в ебу. Спор был. У тебя имя женское, понял ты? У тебя и тоже. И в жопе круглая у тебя. У тебя, ну и ладно. Сука. Я уж думал на минус реп тебя этот уже. А, я думал ты из-за этой хуйни. А ну-ка расширь. Ебать. Горяченько. Да нахуй. Да вообще идентично почти. Просто да только чуть-чуть толстый. Я 69 вешу. Я удалю доту, чтоб не видеть сама. Ну что вы рубаете минус 2 делать? Закончим с этим. Если рядом со мной тёлка, я называю её шестёркой. Эу! Я здесь, потому что не смог отказаться. Так что типа пиксы выгрыжовая команда. Слизли на тачке, юзерской карьере. Желаю удачи. А вы в баню идете? Да. Тебе не нравится трек, но это детский. Ну, в баню нет, мы просто приехали. На самом деле можно идти и сидеть снизу, там не будет жарить так. Не закрывайся. Я не знаю, чтобы потела голова вообще. У тебя гол, нормально шапку натяни, ты сядешь просто вниз и все. Пацаны! Я не шучу, я тебе серьезно говорю. Там внизу не так жарко, как тебе кажется. 80 градусов. Да, я растопил, это лайновая баня. Там была шапка. Ну вообще нормально. Илюх, расскажи про баню, какая температура должна быть у русской бани? Вот такая, как сейчас. Да, 120. Вот эти 120, 110, это вообще дрочь тупая, не нужно. До 80. Нет, до 80 баня должна быть. Как баня? Ай-яй-яй, горячим воздухом, да не ухо. Нормально, разгоняем. Ебало прям штуку. Да нахуй, минус вайп, не надо. Понял, как чисто. Минус вайп только. Вот так, вот это с вами будете, на сварку будете смотреть, нахуй, детишки. Реально выйду у меня. А, ебать, меня шпарило, когда я поднял голову, нахуй. Нет, пизду, фолликулы слишком дорогие, чтобы их вот так обесценивать. Блядь, сейчас поскользнуться и в ледяную воду упасть, было бы вообще не супер кайфово. Блядь, дождь ебашит. А, ебать. Начинается сеанс расслабления. Отпускайте все плохие мысли. Это не бесплатно. Так иду спать. Может выйдешь? Я знал, что этот клип издастся первый. Но, Ярик, я не верю, у тебя сегодня день рождения. Спасибо. Да. И мы все здесь твои друзья собрались.
Спасибо. Ярик. Спасибо, Лёха. Люблю тебя. Я тоже люблю. И торт зажег. Отвернись. Делай вид, чтобы мы тебя не показывали. Он глаза закрыл? Закрыл. О! О! Сегодня в этот день, да, ты не ожидал. 20 лет, если быть точнее, 19 лет назад, ты появился на свет. И 20 лет назад появился термин «плюс вайп», которым окутываешь всех, кто возле тебя. То, что в тебе есть такая пассивка, как «плюс вайп». С днем рождения! С днем рождения! С днем рождения! Парни, правда приятно. Сейчас, вот эту, это тоже. О! Как будто, понял? Как будто было очень неожиданно. Дорвались, фильм снимаем. Было же неожиданно. Спасибо, парни, большое. Неожиданно. Спасибо, Саня. Да, вот эту конфетку я сам возьму. В чашках ложки, в чашках ложки. В ложках чашки. Проход. Мои любимые, кстати, трюфель. Да? Да. Не любишь? Люблю. А, Ярик, лучше, да. Ярик, по поводу видосов в понедельник я не смогу, потому что я в Игорь Сарьеву. Окей. А завтра сможешь? Не, я честно говорю. Да ладно. Завтра смогу. В понедельник ко мне... А в понедельник сможешь? Я могу... Я договорюсь с папой, чтобы он во вторник приехал. Я в понедельник смогу набрать. Я позже снимаю, наверное. Слышишь? Там все-таки... Не, своих родителей на второй план переставлю. Да, не, все нормально, Лёха, все нормально. Я в понедельник ролик снимаю, сможешь? В понедельник? Да, в понедельник. Я к нему обещал в понедельник. Раньше, чем тебе. Боже, ты не выкупающий, нахуй. А что я не так сделал? Все. Ну это был прикол, типа, ты должен сказать... Да, конечно. А. Все нормально, Лёха. Едь в электросталь. К родителям. Условно, в понедельник, вместо того, чтобы поехать к родителям в электросаль, я иду к тебе на ролик. Да не, все нормально, я не снимаю. И потом я узнаю, что у меня родители, их не стало, не дай бог, в один день. Вот в понедельник. И я их не увидел в последний раз, потому что я пришел к тебе на видос. Ты сможешь жить с этим? Да. Как мне хуй делать вообще? Мы же сняли ебанутый хайповый ролик. Да, ладно, согласен. Блин, ты же начал заниматься и худеть. У него сегодня читмил дэй. Сегодня день рождения у друга, я что, торт не поем? Правильно, правильно. Сюда одну. Да? Женщина легкого поведения. И сюда одну. И с товарищем перекрикивайтесь туда-сюда, туда-сюда. А потом вышли, покурили и в бильярд. А потом приехали домой и пошли к женам. О, ну приехали, пошли, просто поехали, отдохнули и поехали к женам. Чего? У тебя на камере именно так? Что? Не пустые на улице. Если нужно ракурс выбрать. Что за надпись? А, Ибица. Ибица. Нет. Так, кто последний в чан тут, лох? Я в чан не пойду. Тебе в чан нельзя, там все равно потеешь. Как? А, да, там сильнее потеешь. Я в горячей ванной лежу. Когда ты пиздобол. С какого перепугу? Врачами, которые в тебя верят. Какой? Потом... Вон. Знаешь, сыграйте в бильярд, а тут нет бильярда. Здесь реально? Да. Тебя выебу. Не надо. Ебанно, блядь! А, ебать, тут горячо, блядь! Да, ебанный! На это и был расчет. Как в детстве в тазик. В детстве в тазик, понял? Это просто пи***ц. Как туда не сесть яйцами, блядь? Подожди, сейчас очко намочу, может полегче станет. Чтобы они поняли. А! Ну то горячо. Брат, как опуститься на дно? Не думай, просто садись и все. Ощущение, понял, вот вода идеальная для пельмешек, чтобы приготовить. Сходу просто залазь сразу. Я от собачьего кайфа сейчас сознание потерял и ударился головой. Давай, тепленькая. Серьезно? Сразу, да. Не думай, сразу залазь и все. Ну не от собачьего кайфа, я начал вот так делать и потерял сознание. Ты серьезно? И упал на... плитку. Реально? Жалко, ты пропустил это. Ебать, ты дурак нахуй. Что холодно? Ударился головой, блин. Пацаны видели? Да, там Саня, я головой вот так три раза отбил. Лёх. Да! Какое наслаждение, сверху дерево. Как в Аватаре, нахуй. Поняли, вот это дерево, которое жизнь у них там священная. Ой. Отдали залог 44 тысячи. Там девчонки? Да. Саня смеются. Или мне показалось? Девчонки пришли. Не показывай, они голенькие ходят. Ладно. У меня так мозги не функционируют должным образом. Сейчас вот сварится. Слушай, у тебя фолликулы, да, мне нельзя принимать вот эту хуйню. Тебе по-хорошему не то, что тут сидеть нельзя. Да, мне нельзя эту хуйню, мне нельзя здесь сидеть. Сколько? Тебе нельзя... Ой, бля, это волосы твои? Да ну. Ёбаный рот. Колючка ты хуева. Так, я буду вставать.
Иначе у меня сейчас реально с утра все фолликулы на подушке останутся. А в каком тут глубина? Дай хуй. Нет, только не головой. Неприятная температура. Налазь. Нет. Вылазь на лезь нахуй обратно. Ебать, Санек, нахуя? У тебя же каечка, блядь. Просто пиздец. Санек, просто ебать. Тебе ебанутый минус реп. Какого? Мне не надо. Парадеевич. За что? За то, что ты там проститутку с сексом занимаешься. Бывает. Горелый перелил воды, блядь. Ты что, горячо? Да, горячо. Ты не мужик, что ли? Я нет. А был мужиком когда-нибудь? Я нет. Что такое? Вот лимонов. Пошла давай такой. Нет. Лежал? Ну да, я вот тут так пол бился. У меня было состояние, как будто я пьяный, а потом я вспомнил, что я трезвый, а у меня просто нехватка кислорода была. Я сделал, просто напрёгся, вот так делал. Че, ебан, осуди. Осуждаю. Он просто тужился, у него запор. В туалете тужился. Было. Слушай, в зал начал ходить, формы какие-то появились. Не, первые. Не, я чуть животик убрать. Понял? Кардио нужно побольше делать. Знаешь, еще куриную грудку надо есть после тренировок. А вообще, если так подумать, вот сколько сейчас блогеры зарабатывают? Сколько можно зарабатывать? Блогеры? Да. Мужики в бане. Ну сколько сейчас зарабатывают блогеры? Пиздец, они зарабатывают, братан. Я у них оператором когда работал, просто пи***ц. Они мне понял, ну типа, бабки еще платить не хотели. У самих просто дома 5 сейфов, полностью набиты баксами, там евро. Я просто приходил, думал, ах, они еще говорят, типа, бля, ну это дорого за съемку. Я говорю, вы ебанулись, типа, что 500 тысяч дорого? Ебаные блогеры. Когда 500 тысяч было дорого? Это вообще, не считаю, ну это вообще, бля. Не люди, нахуй. А у них уважения к людям нет вообще. Там какие-то сиськи на экране. А, нет. Нет, это на в костюме. Эти сиськи летают? Тюбик, ха-ха-ха-ха-ха. Я, сука, тюбик. Вот так это делается. Вот ты просто обычный тюбик, да? Локти делаешь, вот так поднимаешь. Смотри. И вот эту выворачиваешь. У меня нет такого. И говоришь, я, сука, тюбик. У меня нет такого. Нет, давай. Я тебе покажу. Вот, локти прям расставляй. И выворачивай. Бля, Лёх. Подожди. Что? Нет, локти выше локти. Вот, еще выше. Что? Нет, выше. Говори, я, сука. Говори. Смайл фейс. Я, сука, тюбик. Я, сука, тюбик. Да, я тюбик. У тебя в яйце случайно никакой иголки не хранится? Что-то ответить нужно, потому что потом неприятно будет внутри. Да. Выскажи тоже вот это. Выпусти. А у тебя в черепной коробке мозг не хранится? Лох, скажи. Ну, на что ты? Скажи, ты еще лифчик забыл одеть? Ты что, лифчик забыл надеть, что ли? Я? Парить вениками можно только в бане? Панить вериками можно только... Панить варениками, блин. Парить вениками можно только в бане? Что ты сказал? Ты себя стратег, конечно, ты, блядь, этот, нахуй. Какой? Йоуй. Почему? Ты сейчас попарился в бане, и тебя будет в сон кладить. А ты еще хоррор хочешь стримить. Энергетос, въебошу, нахуй. А как же сердце? Оно давно разбито. Сердце у меня разбито уже на осколки, блядь. В дребезги, нахуй, за мои 23 года. Кто виноват? Кто виноват? Тесла виновата. Разбила мне сердце своей электрической зарядкой. Надя виновата, да. Надя. Наденька. Ее Катя зовут, сказали, ты вообще Надя. Она не представилась, я начал ей подыгрывать, говорю, Наденька. Она сказала Екатерина. А, да? Бля, это чувак. Реально было? Я чуть паничку не словил, клянусь. Я поворачиваюсь просто. Поймешь, кто ко мне со мной разговаривает, я не понимаю, что за хуй. Я смотрю, она мне что-то говорит, прям в лицо смотрит, типа, wake up. Я не понимаю, блядь, что это за хуй. Подожди, там в чате пишут, скажи Горилле, чтобы в зоопарк вернулся. Ну, извините, перегорел еще. Короче, мне выпала ноша. Человека, который должен организовать заход ее в твой дом.
И как она нашла? Как нехуй, это первое. А второе, я ей звоню, но я еще проходил, она сидела в геме. Я вижу то, что она сидит. Скажите, горилле плюс реп. Горилла тюбик. Все, я не буду рассказывать. Говори, говори. Нет. Почему? Ну что, блин. Саня не дал соврать, как, каково это было, когда я объяснял, что нужно делать. Потому что ей не объяснили. Она думала, что она приехала на съемку, типа, на кино. Реально? Я говорю, типа, это розыгрыш будет. Она говорит, розыгрыш? Я такой, блядь. Ну, она, кстати, неплохо держалась, я тебе скажу. Угу. Я думал, что она быстро сольется. А меня, как только Леха запустил стрим, бросила девушка. Зато стрим пиздатый. О, бро, пошла она нахуй, ёпта. Это все, что хотел сказать? Анчик ждет меня. Где, в бане? Да. Как ты это понял? Не, он сказал, сейчас я приду и забыл. Он валяется уже. Говорил, что сегодня не надо трусы снимать и выходить с пенисом голым, ладно? К нам. Такое было уже? Не, неоднократно. Пишут это запись. Ну что поделать. Спорить мы не будем. Потому что это действительно запись. Кореш готов сейчас, если я скидываю 300к, пойти попариться в бане? Мне нельзя, у меня волосня. Так за 300 можно новый. Ага, блядь. То, что я пережил, вот прямо сейчас говорят мне, я тебе даю 5 миллионов рублей, и ты делаешь опять то же самое. Нахуй! 350. Миллионов рублей? Нет. Тысяч? Пойдем. Спокойно, зайди, лучше не прыгай тут. Я прям по ступенечке. Ты как? Я? Я вообще охуенно. Она теплая, Антик, реально. Так нельзя заходить, брат. После бани нужно прыгать в воду. Просто тебе можно там? Или нет? Хлорка нельзя. Молодец. 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 Не забудь. Сразу в тепло иди просто и все. Когда мы были молодыми. Просто у меня в чате чел какой-то скидывает скрин. Вот с этой актрисой, которая сегодня приходила, да. И пишет, но видно же, что она не ходит в компанию, пусть пиздует обратно в свою электростанцию. Сука, хорошо. Аня, я хочу сказать, что у меня девушка новая. У меня есть девушка, я люблю безумно. Кира, познакомься. Делай что-нибудь прикольное мне. Да ну нахуй. Я о существовании фейсапа узнал только что. Ты что, не знал это? При чем? Что так жестко здесь все делается. Ай, блядь. Да ну нахуй. О, реально, слышь. Она не ставится. Оплати за деньги что-то. Нет, там 160 рублей выебано. А что? С фолликул ты. С короткой стрижкой? Да. Ебать. Бороды дают тебе. Берешь его? Бля, мужчины просто. Это в 30-х ты так будешь выглядеть. Возможно. Вот это ты вообще милый. Ты как будто под пивасник. На баратруме играет. Сейчас бы ей так бы. Эй, это ж я. Женщина 2 тут есть. Ой-ой-ой, ой-ой-ой-ой-ой. Подожди, Маш из Воронинах. Что, 48 часов стрим? Не, не варик. 48 часов хоррор. Не, всем надо стримить. Не, не, сейчас приедем, просто у тебя будем 48 часов хоррор хуярить. Будет хоррор, а это вам не хоррор? Вот такая хуйня ночью вот так вылазит, понял, с коридора. Ебать. Бро, это пиздец. Ебанутый здоровяк, вот это просто пиздец, нахуй, кубышка. Тебе всегда будет казаться, что что-то не то с тобой. Нужно один раз полюбить себя. И все, и ты будешь счастлив. А потом уже, что хочешь, меняй тело ради прикола, не меняй, ты все равно себя любишь. Вот я люблю себя, доходягой, реально. У меня теперь стабильная самооценка. А все почему? Потому что таблетки появились. Потому что я на антидепрессантах, да. К сожалению. Ну, к счастью, сейчас. Таблетки не выход, ну. Ну, а что поделать, я по-другому не могу.
кое-какие антидепрессанты, неважно. Вы ни в коем случае не должны без врача этим заниматься, только если врач вам скажет, что вам нужно. Спасибо за день. Вам спасибо, ребят, я рад вести прямой эфир. Что? И поверьте, это вообще какая-то, это меньшая хуйня, которую я могу сделать по факту. Тут же вообще ничего не было, просто, ну, типа, собрал людей и все. У меня фокус на стриме. Просто, условно, кто-то там, Коля не может стримить по понятным причинам на Ютубе, ой, на Твиче. Типа, Саня больше в Ютуб ударяется, потому что чуть-чуть перегорел Твичом. У меня также прям, я понимаю, что надо брать все в свои руки сейчас, потому что никому это иначе, типа, не надо. Хочется делать контент на Твиче. Возможно, не настолько яркие, как взрывы, блядь, Матизов, но что-то угарное очень хочется делать. Я даже хочу под это снять квартиру, ну, типа, побольше и подороже, чем моя. Я снимаю, что это будет дорого, типа пиздец, условно, там 250-300 тысяч в месяц, но надеюсь, что это будет окупаться. Я бы хотел делать иногда домашние стримы, когда у меня будет куча народу дома. И не переживать за то, что соседи придут, вот такая вот хуйня. Чтобы просто, типа, там, условно, 15 человек в хате, но без всякой трешни, не трешовая звука. Под подушками и пауэрбанк, провод лежит. Вещи, да вроде все взяли, ну, телефоны только. Пацаны, мы на улицу! Пойду рассчитаюсь как раз. У вас там день рождения, не упало? День рождения. Сегодня? Да. Оба-на. Вот это супер. Ярик, есть документы? У нас еще есть день рождения. Идычка. Нет с собой? Если я покажу права, госуслуги, свидетельство. Нет, только права. Пошли, надо. Нет, он про фотографию просто, у него нет с собой. Не, про фотографию прав. Тебя 29-230. Супер, оплачиваю. Карты. Карты только дороже будут. Ничего страшного. Всего доброго. Спасибо. До свидания, всего доброго. Это уже солидарен. О! А уже благодать на улице уже. Давай сейчас вон. Нет. Я поеду. Хочу поехать, бро. Он поехал в ту сторону. Дайте покататься, пожалуйста. Вот так, да. То есть мы не хотим кататься, только ты хочешь кататься. Манипуляция. Распознал? Да. Нахуй послан качок. Ты прошел курс. Теперь я больше не буду тебе говорить про манипуляцию. Ты сам знаешь. Когда Леха манипулирует своими... Ой, ну я же вообще без прав был, я не катался, а вы всю жизнь катаетесь. Он не платит. Нахуй послан белобрысый. Почему эта манипуляция... Ему минус реп, а твоя манипуляция... Тебя никто не спрашивал. Я бедненький, пожалеете меня. Тебя меня никто не спрашивал. Пусть садись. Давай, садись. Кто у тебя фолликул выключит? Хуй, где еще на стрим пойду сыграть? Запомните человека, которого поднимают с нуля, блядь. Просто потом выёбывается и все. С нуля. Монич, ты просто бесконечно минус рэп писать. Будь проклят тот день, что я в Челябинск приехал, нахуй. Помогать лоху, блядь, с онлайном. Попалась, дура! Ну что не так? Что ты меня срёшь? Все, что я делаю, все, что со мной связано. Ботинки срёшь, все срёшь. Что ты меня срёшь, блядь? Почему у тебя негатив такой ко мне копится? Бьет, значит, любит, Алексей. Вы чего? Не дери, не ссорьтесь, вы же друзья. Помочь в каких-то манипуляциях, может, решить? Я тебя одел весь в рекоунсах, сука! О, блядь, ты шаришь? Я дрил, я хай. Бархатные тяги к FTM. Это кринж, конечно. Это вообще, блядь, горил. Это надо так не чувствовать, нахуй. Хорошо, что Лёха хоть вечер. Хорошо, что хоть один хозяева чувствует. А я бы ничего не начал говорить, если бы вы на меня просто так не выёбывались. Придурки, я в вашу жизнь не лезу, чё вы ко мне лезете, блядь, только как я одеваюсь, там ботинки, скажи им. Закрыли, пиздаки. Чё вы ко мне лезете, блядь? Я вам ничего вообще не говорю, блядь. Потому что я next up, real vamp. Сука. Сука. Бля, не спи уже тогда сутки. Бля, я появил уважение, люди не спят тоже. Лёх, ты знаешь, что это такое? Идете на каблуки ебаные. Чё? Мы причём тут это? Я просто за что зацепиться могу, то и сказал.